Дети читают стихи для лабиринт.ру. Муромцева Екатерина, 12 лет, Омская область, село Мангут. Стихотворение Михаила Борисова «Бабушка-партизанка». Вот так новость. Бабушка сказала, что она сражалась с партизанкой. Ты ж трусиха, милая бабуля, у меня пустяшная простуда. У тебя сейчас же сердцем худо. Если я царапаюсь до крови, ты теряешь все свое здоровье. А когда в кино пулят из пушек, ты же сразу затыкаешь уши. Бабушка в ответ сказала тихо: верно, я тогда была трусиха. И тогда при виде чьей-то крови начисто теряла и здоровье. А когда с пригорка пушка била, мне за всю деревню страшно было. Только за себя я не боялась. Так вот и в отряде оказалась.